И вот одна еще вот работа, конечно, она посвящена водителям-дальнобойщикам. Поскольку я много путешествовал, общался с людьми, много историй. А вообще песня, стих, песня, это на самом деле история. История о чем-то. Нельзя просто так рифмовать слова, а надо именно вносить смысл. Надо сначала думать. Надо сначала думать, а потом этот стих у тебя родится. Это, ну, мой совет тем, кто собирается писать или пробовать себя в этом творчестве. Кто пробует браться за перо, писать что-то. Надо сначала думать о том, что ты хочешь написать. Все сформулировать. И потом это все, оно родится. И вот это посвящается водителям дальнобойщикам. Свой ман я только-только подшаманил, а мне подсунули задроченный КамАЗ. Его на трассе Дон не раз я ладил, пока иду на нем я в этот раз. Тут колесо стрельнуло и навстречку, меня так очень резко занесло, но сберегло меня. Жены колечко, и Бог помог, а может повезло. Стою рукой, машу, я аварийка, домкрата даже, сука, негде взять. Откуда же взялась эта идейка, что никому не надо помогать? Но нет, смотрю, ман тормознулся. Подумал мой, но нет, другие номера. И подойдя ко мне, водила улыбнулся. Откуда, брат? Да из Сибири я. Полдня мы с колесом там ковырялись. Мне неудобно, но сказал он, ерунда. Ну а потом по-дружески расстались. Спешу, сказал, разгрузка у меня. Его я спинал до Краснодара, а на обратке просто обомлел. Тот ман был перевернут от удара. Америкос с него со встречки влетел. Прости, Господь, его простую душу. Прости ему, какие есть дела. И почему ты забираешь лучших, которые уходят навсегда. КамАЗ я этот, все как надо подшаманил. И движку все детально перебрал, и колесо на память то оставил, ведь он его менять не помогал. Обалдеть, слушай, сильно обалдеть. Но это посвящается всем набочкам.